$20 000 за решение вопроса. В Столбцовском районе за получение взятки задержан директор одного из сельхозпредприятий. СК уже возбудил уголовное дело по данному факту. Оперативной разработкой занимались сотрудники службы БЭП. По информации правоохранителей, фермер предлагал деньги за заключение договора аренды земель сельскохозяйственного назначения. Действия подозреваемого квалифицированы как получение взятки в особо крупном размере. Проводятся допросы подозреваемого, свидетелей, работников и иных должностных лиц предприятия. Изучается документация, регламентирующая деятельность общества, а также другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также причин и условий его совершения.